Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня хочу сделать такое видео на такую тему, как плюсы жизни в Германии. Это я сделал такие выводы для себя лично за 6 лет проживания в Германии. Хочу рассказать, какие здесь плюсы. Если кому интересна эта информация, не переключайтесь, оставайтесь на канале. Друзья, первое, с чего хочу начать, это, конечно же, природа в Германии. Природа в Германии просто обалденная, ну реально. Здесь очень много лесов, очень много зелени, воздух чистый. С этим никто не поспорит. Правда, немного влажноватый воздух, но все равно здесь очень классная реально природа. Воздух чистейший. Еще один плюс ко всему этому сразу, то, что здесь очень много животных, которых ты, лично я, раньше не встречал у нас там на улице, просто на улице таких животных. Таких, как ты можешь просто здесь гулять, да, или на работу утром ехать. Ты можешь встретить где-то здесь на дороге там оленя, кабана можешь встретить, ежики ползают, да, каждый день. Вот летом, особенно по вечерам, если выйдешь, там может пару ежиков сразу увидеть. Просто на улице по асфальту бегут. Или, допустим, зайцы также бегают, прям вот, не знаю, утром выглянул в окно, по дереву белки бегают, прыгают, ну вот, особенно летом. Считаю, очень большой плюс. Также, друзья, сделать для себя такой вывод, я не знаю, говорить не буду за все страны, которые, за все города, которые здесь есть в Германии, лично скажу за свой городок, лично у нас здесь спокойно, тихо, и у нас здесь нет такого, то, что здесь, ну, реально какие-то кражи, воровство происходит или еще что-то. Да, бывает такое, по мелочи кто-нибудь там велик украдет или еще что-то такое бывает. Но если взять по большому, да, счету, вот, допустим, как, ну, в том же Казахстане у нас бывало, ну, там реально бывают кражи там жесткие, бывают квартиры выносят, да, там машины бывают, зеркало украдут там или еще что-то такое. Здесь такого нету, здесь мне вот что и нравится, у меня именно в городе лично. Может быть, в больших городах, я не спорю, может быть, там такое и бывает, но лично вот в маленьком городе я могу даже машину с ключом оставить на ночь, реально ее завтра выйду, и никто ее не тронет, и ничего не будет. Я даже уверен, что я окно здесь открою сейчас в машине и там положу сюда что-нибудь ценное, там телефон или еще что-то, то, что завтра он также будет лежать здесь, как и лежал до этого. Но я еще раз повторюсь, друзья, чтобы не спорить в комментариях, да, я знаю, многие любители поспорить. Может быть, в больших городах и есть что-то подобное. Я лично говорю за свой опыт, за сколько я здесь прожил, а прожил я вот все это время в небольшом городке, поэтому в небольших городках здесь хорошо с этим. Следующий плюс хочу отметить, это такой... Это вежливость в Германии. Может быть, не все люди, да, здесь очень добрые, но большинство людей здесь очень добрые, приветливые, там все здороваются всегда. Где-то идешь, даже незнакомый человек тебе может, ну, подойти, там, спросить, как дела, там, поздороваться. Но это тоже круто, я считаю, то, что в основном большинство людей здесь добрых, реально. Многие, даже проходишь там с ребенком, все улыбаются, там, что-то милое скажут для твоему ребенку. Да, конечно, тоже есть так же, как и везде, злые люди есть, которые там кто-то недовольный или еще что-то, конечно, тоже бывает, но в основном очень много народу здесь добрые люди, отзывчивые, всегда улыбаются, всегда приветствуют. Также, друзья, вот как мои все друзья, знакомые, мне всегда там тоже говорят, для любителей пива это тоже, по-моему, самая такая одна из лучших стран, мне кажется. Тут очень большой выбор пива, я его, конечно, сильно не пью, но все это знают и говорят. Очень большой выбор пива, очень вкусное пиво есть. И самое главное, это очень большой выбор закусок, да, к пиву. Там всяких колбасок в Германии полно, всяких, ну, таких вкусностей для пива. Очень много, реально. Еще один большой плюс, друзья, это то, что в Германии ты реально почти не встретишь бездомных животных, да. Их здесь вообще нету, бездомных животных. Они все либо в приютах, либо они, ну, с хозяевами. Тут нет такого, чтобы кто-то выкинул там свою собаку или кошку, и чтобы она там жила на улице. Такого нет. Вообще здесь сколько живу, не совру. За 6 лет я здесь ни разу не видел какую-то бродячую собаку или еще что-то. Да, может, бывает, там кошки там бывают, ну, выйдут, сами гуляют, ты их увидишь, а так, чтобы каких-то бродячих собак, вообще ничего подобного нету. Тоже считаю очень большой плюс. Друзья, следующий плюс, это очень большой плюс в Германии, это то, что ты можешь реально ездить хоть куда здесь путешествовать, вообще без всяких проблем, по Германии, по Европе, по со мной, потому что здесь есть автобаны, здесь это очень, ну, как бы удобно. Сел, поехал. Завтра ты уже приехал в Италию или там во Францию, в Испанию, куда хочешь. Вообще с этим проблем нет. Я это считаю тоже очень большой плюс. Даже если там вдруг, да, бывают такие, ну, куда-нибудь на Мальдивы, там не позволяешь себе поехать. Ты можешь сесть в машину, собрать вещи и поехать куда-нибудь в Испанию сам на машине. Или в Хорватию, в Италию. Ну, в общем, насчет путешествий здесь, за счет Европы, за счет, ну, автобанов и всего такого, очень удобно, очень классно, я считаю. Следующий, друзья, плюс, это... социальная поддержка людей, да, в Германии, то, что здесь, ну, реально это очень круто, то, что ты, когда даже если сюда переезжаешь, тебя всегда будет поддерживать государство,
Или то, что ты, допустим, да, ты платишь, когда работаешь деньги за счет, ну, заранее уже за то, что если ты вдруг безработно останешься, но все равно, если ты потеряешь работу, тебе какое-то время будет платить город, и тебя, ну, как бы никто не оставит, да, здесь жить на улице или еще что-то. Всегда поддержка есть, ну, от города. Плюс, допустим, очень большой тоже плюс то, что ребенку платят до 25 лет детские деньги. Ну, если он, конечно, не нашел там какую-то работу или не пошел учиться, вообще официально до 25 лет, но там могут и раньше. Но все равно суть в том, то, что ребенку платят, также поддержка от города, это тоже очень большой плюс. Также, друзья, медицинская страховка здесь, это тоже, я считаю, очень большой плюс, потому что, да, ты платишь за нее деньги, ну, как бы со своей зарплаты, но бывают такие случаи у некоторых людей, допустим, то, что если бы ее не было, этой страховки, ты бы отдал больше денег, чем ты, допустим, ну, за нее заплатил, да, в общем. Бывают такие какие-то там тяжелые операции даже, которые платят, оплачивают страховкой и так далее. Да и вообще это очень, ну, как бы удобно, все равно пришел, карту дал. Ну, лучше, чем ты там без страховки приходишь, каждый раз что-то оплачиваешь. В общем, я считаю, для себя это я сделал тоже большим плюсом. Также, друзья, следующий плюс хочу отметить, это то, что здесь в магазинах, ну, в принципе, всегда продукты свежие, всегда можно круглый год найти всякие овощи, которых там иногда бывает, да, по сезонам какие-то овощи, здесь они всегда как бы есть в магазине, реально. И овощи эти все всегда свежие, все всегда свежее в магазинах. Да, может, там бывает что-то иногда, там, как-то по ошибке, просрочку там, может, и как-то выставят, я не спорю, ничего не говорю, но в основном, в общем, здесь всегда все свежее в магазинах, и всегда все доступно, да, пришел, там, тебе овощи какие хочешь, там, фрукты какие хочешь, это тоже большой плюс для меня. Следующий, друзья, плюс, хочу отметить, это тоже для меня, ну, очень мне понравилось то, что здесь, в Германии, если ты вдруг как-то там, каким-то образом перерабатываешь на работе, да, или тебя попросили переработать, или выйти там, праздничный день или выйти там в выходной твой день, в субботу, да, допустим, хотя ты не работаешь. В общем, здесь, в Германии, это всегда будет все оплачиваться. Тебе никогда, ну, не скажут то, что выйди и там, там, типа, по-братски, да, или там, как-то по-товарищески, помоги там. Нет, ты, каждый час, что ты здесь переработаешь, тебе в любом случае это будет оплачено. Ну, как бы все по совести, да, ты поработал, тебе за это по-любому, в любом случае тебе за это заплатят. Нет такого, что ты поработал как бы бесплатно там из-за одолжения или еще что-то. Все дни, которые ты там не должен работать, вышел, все будет оплачено. Если праздники, там, двойные тарифы, там, ну вот, друзья, это тоже большим плюсом, я считаю. Друзья, хочу еще один плюс большой отметить. Это то, что здесь в Германии очень много кинотеатров русских, да? Ну, кинотеатры немецкие, а ты можешь, там, есть такие кинотеатры, где показывают русские фильмы. Также очень много русских магазинов. Если вдруг кто-то там соскучился по каким-то продуктам или еще что-то, которые были у нас там, на родине, то всегда можно поехать и что-то найти. Их очень много, этих магазинов всяких разных, русских. В общем, тоже большой плюс. Реально, если человеку стало плохо, то что здесь скорая помощь приезжает, ну, реально очень быстро. Все люди ее здесь пропускают, даже на автобанах бывает, если какая-то пробка огромная. Скорую помощь все равно все обязаны пропускать, и все это делают. Ну, и суть в том, то, что если ты реально плохо, там бывало у нас такое, да, в Казахстане, человеку плохо, пока скорая доедет, пока по этим пробкам, по светофорам там простоит, ну реально уже человек бывало раз и все. Или ему хуже намного становилось. А здесь, если, ну, если вызвать скорую, то она реально очень быстро приедет. Если даже вдруг там как-то ситуация не позволяет приехать в машине, то они пришлют вертолет. Бывали такие случаи тоже, что они где надо, если там в каком-то лесу или еще где-то, они могут прям вертолет послать, тебя вертолет прям заберет и, ну, и в больницу. В общем, с медицинской... Ну, со скорой помощью здесь очень хорошо, я считаю. Очень быстро приезжают, ну, и реально успеют всегда спасти человека. Также я считаю, друзья, одним из больших плюсов Германии, то, что вот они все же знают, да, то, что здесь в Германии сдаются бутылки, которые ты покупаешь в магазине. Ну, ты, конечно, за них тоже платишь, это никакая не халява. Но суть не в этом, суть в том, то, что за счет того, то, что люди их сдавать могут, иметь такую возможность, то, что их меньше на улице, да, этого мусора. Поэтому я считаю очень большой плюс то, что они это сделали для того, чтобы меньше мусора было на улице. Это очень классно тоже. Также, друзья, еще один плюс огромный. Это то, что здесь в Германии в основном везде все чисто и аккуратно. Реально здесь все убрано, везде брусчаточка во многих местах постелена, да. Асфальт всегда чистый, никакой грязи, никакой пыли здесь в общем нету. Да, я не спорю, в больших городах там где-то там на вокзалах бывает там мусора много тоже. Есть такие места, да, я не спорю. Но в основном, если вот так по большому счету ты там проходишь, ну лично у меня городок вообще чистейший. Вообще здесь ничего нет такого, ни грязи, ничего. Все чисто, аккуратно, все вовремя посыпают солью, там бывает... Бывает реально, вот снегопад идет, там перед работой с 5 часов, да, допустим, работаешь, выезжаешь на работу, он уже там заранее все это проехал, посыпал, чтобы люди могли уже ездить.
Ну, в общем, здесь много плюсов, друзья, в Германии. Очень много плюсов. Я все, конечно, тоже, если все рассказывать, то это видео затянется на пару часов там или даже больше. Конечно, есть и минусы свои, их тоже достаточно. Но об этом поговорим в следующем каком-нибудь видео в будущем. Сегодня рассказал именно про плюсы, которые я сделал для себя, вывел такие, как бы, ну, плюсы. Есть еще больше плюсов, конечно, но все не влезет в одно видео, конечно. В общем, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки, комментируйте, только, пожалуйста, конструктивно, да, без лишних всяких своих умных мыслей и все такое. Я знаю, мы все умные здесь люди, так что всем всего хорошего, удачи!